Уважаемый Владимир Владимирович, вся страна отдыхала праздничные, рождественские дни. Но вы же, мы смотрели и следили за вашим движением, где вы только не побывали за эти дни. Вы настоящий миротворец. Вы настоящий миротворец. Вы везде сохранили мир. Если уже грубо будем говорить, то вы даже предотвратили Третью мировую войну, улаживая мир между Трампом и Ираном. Это величайшее событие всего мира. Вот правильно мы говорим, что Путин – это человек мира. Вот его должны мы все любить, и его должны всем слушаться. Большое вам спасибо, Владимир Владимирович, что вы, не отдохнув ни одного дня, вы занимаетесь и занимаетесь всем миром, и не только Россией.